Движение первых набирает обороты. 28 февраля к нему присоединились воспитанники Республиканского социального приюта для детей и подростков «Надежда». Инициативу проявили сразу 12 детей. Они полны энтузиазма и готовы работать, чтобы изменить свои жизни в лучшую сторону. Ну, это вообще круто. Я думаю, что мы каждый, весь коллектив будет развиваться. Это очень хорошо. Ну, мы научимся общаться с обществом, также можем рассказать о своих талантах и проявить их. Важная часть работы первичек – воспитание в детях их моральных качеств, культивирование и поддержание нравственных ценностей. Для этого предусмотрена обширная программа. Миссия нас, взрослых, как наставников и специалистов нашего регионального отделения, конечно же, в том, чтобы помочь детям раскрыть весь их творческий, спортивный и иной потенциал, помочь реализовать их идеи, инициативы, услышать их и поставить им плечо. К торжественному событию воспитанники подготовили творческую программу. Также подростки не упустили возможность блеснуть боевой подготовкой. Закончилась церемония принесением клятвы. Чтобы обеспечить России великое будущее, чтобы сделать достойной и счастливой жизнь всех поколений, чтобы менять мир к лучшему. Клянусь! Андрей Гаврилин, Народные новости.